Блин, комплект у нас приехал, так скажем, или запчасти для замка. Для замка Land Rover. Откроем пакетик. Мы дружненько так откроем. И посмотрим, что у нас внутри имеется. Давайте побольше вот тут разрежем. Неудобно тут. Так что потерпите. У нас эти упаковочки такое затяжное получается. Так, что там у нас внутри? Еще один пакетик. Вот такой вот пакетик. Так, внутри вроде больше ничего не лежит. Так, значит, пакетик. Этот на защелочке. Там лежит два вот таких вот мотора. Они тут примагничены. Такой вот мотор. Интересненький мотор. Я так понимаю, туда что-то должно вставляться, что контактики так это внутри там, в общем, как бы не припаяешься больно-то. Вот, осталось посмотреть, что там стоит в самом замке. Попробуем заменить. И попробуем, как это все будет работать. Такие вот два мотора, в общем. Денег стоит 500 рублей где-то один мотор. Вон за два я отдал, в общем, 1000 рублей. Это в любом случае дешевле, чем покупать замок новый за 10 тысяч рублей. Так что для начала попробуем поменять моторчики. Вот его номерочек. Ссылку я там дам в описании на эти моторчики. Вот, в общем, будем ставить, проверять.